В Ульяновске прошло очередное совещание по финансово-экономическому развитию. Мы должны добиться устойчивого развития. Что такое устойчивое развитие? Это процесс экономических и социальных изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов, привлечение инвестиций, внедрение научно-технических достижений. Все это направлено на развитие региона, на развитие личности, на институциональные изменения. И все это одновременно должно быть максимально согласовано друг с другом. Одной из основных тем заседания стал вопрос по применению оценки регулирующего воздействия в Ульяновской области. По итогам первого полугодия 2017 года Министерством развития конкуренции и экономики было подготовлено 31 заключение по оценке регулирующего воздействия. Из них 7 заключений получили отрицательную оценку, это 22,6%. При этом отмечена существенная динамика роста количества отрицательных заключений. В целом, по результатам оценки регулирующего воздействия, далее буду называть ОРВ, проектов нормативных правовых актов Ульяновской области за первое полугодие, экономия средств субъектов предпринимательской деятельности составила более 200 миллионов рублей. Экономия областного бюджета Ульяновской области и эффективное их перераспределение более 118 миллионов рублей. Кроме того, на совещании обсудили позиции области в рейтинге по содействию развитию конкуренции. Напомним, Ульяновская область в данном списке заняла 17 место среди 85 субъектов Российской Федерации и 5 место в ПФО. Этот рейтинг проводится аналитическим центром при правительстве Российской Федерации. И, как я уже сказала, этот рейтинг включается в оценку исполнительной власти региона, в том числе и губернатора. А поскольку мы так хорошо улучшили свои позиции, значит, уровень оценки нашего региона повысился. По результатам опроса, наиболее высокую оценку состояния развития конкурентной среды получили рынки продуктов питания и услуг сотовой связи и интернета, а наиболее низкую – рынки в сфере здравоохранения и дополнительного образования. Эльвира Зямалова, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».